Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Пить надо меньше. В Гродно милиция приехала на очередные бытовые разборки, и пока сотрудники были в квартире, с их машины пропал номерной знак. Оказалось, что его снял и выбросил в урну местный житель. Свой поступок он объяснил просто – был пьяный в дым. Теперь ему грозит уголовка за хулиганство. Там же в Гродно 9-летняя девочка выпрыгнула из окна, чтобы помирить родителей. Ее мама и папа начали ругаться, и чтобы привлечь их внимание, она обернулась подушками и одеялом и выпрыгнула из окна 5-го этажа. На земле ее обнаружили прохожие и вызвали скорую. Малышка в больнице. К счастью, ее жизни ничто не угрожает. Белорусские евроопты не будут продавать российскому «Магниту». Слухи о возможной продаже белорусский ритейлер опроверг на своем сайте. Там сказано, что никаких переговоров нет и слухи не соответствуют действительности. Более того, Евроторг планирует укрепить лидерские позиции на рынке Беларуси и расширить сеть магазинов Евроопта. Их сейчас в стране около 1000.